Всем привет, это влог выжившего пацана. Я сейчас нахожусь в лагере выживших уже год и даже нашел себе работу. Занимаюсь поиском и эвакуацией выживших из опасных точек. Есть чисто. Ты что с нами? Пойдем вниз, да? На выход, быстрее! Давай, давайте, быстрее! Домой идите! Быстрее! Пойдем! На, сука! Быстрее, проходим, проходим, проходим! Пойдем! Быстрее, быстрее, проходим! Быстрее! О, блин, ну, в общем, мне все нормально. Я здесь после того, как потерял своих друзей. Эй, Тима, ты куда? Тима, ты что делаешь? Эй, Тима! Ну что, нас кинул, что ли? Не может быть такого. По-любому должен вернуться. А если не вернется, рус? Ну, пока, конечно, никого не нашел. Ну, никого из своих друзей. А так-то мы людей каждый день находим, нифига себе. Нет, они скрутились! Пойдем, пойдем, валим отсюда! Быстрее! Быстрее, забирайся! Быстрее! Не нужно! Пойдем! Давай! Точка оставили! Ну короче, что я решил-то вообще, да? Без пацанов вот этот влог снимать вообще желания нету у меня, да, вот этого хихи-хаха нету, как раньше, вот этого нету, да? И я решил, что это мое последнее видео. Через 2 минуты будет зомби! А кем она будет? Пацаны! Я один тут исправляюсь! Сейчас, пара, я тебе помогу, подожди! Подожди, держись, я помогу тебе! Дай сам! Ну вы спросите, почему это мой последний влог? Да потому что достало меня все это. Этот влог снимать, ну, вообще уже другая история. Да и время еще другое. Да и я уже другой. Поэтому, ладно. Всем пока. Не обессудь, Кутя. Вы же не сможете! Вы же, это же ребенок! Нет, это моя дочь! Вы не понимаете, что ли? Это ребенок, понимаете? Вы же не сможете убить дитя! Какой дитя? Я прошу вас, я умоляю! Успокойся! Че ты разнылся, как тряпка? В мире зомби-апокалипсиса надо привыкнуть к потерям! Просто ты никого никогда не терял! Да ты вообще меня не знаешь! Ах, тогда хочешь убить мою дочь только через мой труп. Ну, как скажешь.